Приветствую вас, друзья, на канал PB Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием 7 Days to Die. Будем выживать, крафтить моцик и так далее. Всем приятного просмотра, друзья. Мы начинаем. Итак, друзья. Сегодня по плану, как я уже говорил, у нас строим мотоцикл и поедем лутаться. Нам надо, ебаный в рот, найти... Знаете, что нам надо найти? Вот что нам надо найти. Потому что я уже сколько тут... Подожди, ща, блядь, найдем где-то шняга есть. Что мне уже тут запарило. Я сколько уже искал и нигде ничего не могу найти. Это уже мне запарило. Где-то трянь есть. Ща, подожди, ща, пойдем найдем где-то. Вот, наверное, в науке, скорее всего, не? Вот, это, сука, я не могу, меня это бесит, раздражает. Куда убежала? Куда убежала лаборатория сраная? Эту сраную вот, мензурку нахуй, я не могу нигде найти. Я уже сколько лазил, сколько искал, блядь, ну нигде, ну и вообще нигде нету, блядь, я не знаю. Крафтить его тоже не можем, пока что я не могу найти то, что мне нужно. Так, что нам нужно для руля мотоцикла? Так, на механические части, клей, фара, электроника, слиток, сталь? Сталь? Ты, блядь, издеваешься? Сталь. А что нам для стали нужно, блин? Так, где сталь? Слиток стали. Нам нужен железо. А нам нужен тигель, блядь. Ах ты жопа. А что для тигель? Что ему нужно? Тигель это будет, скорее всего, где-то у нас или в строительстве. Или в домике. Тигель, твою мать, а? Не, значит, что будет это здесь. Тигель. У него он еще заблокирован. Ну, ебаный ты кабан. Ну, ясно. Значит, у нас есть задача, друзья. Так что скоро вернемся, никуда не бегайте. Сейчас отблокируем тигель, скрафтим тигель и вернемся. Итак, друзья. Как и предполагалось, вот это полнейшая жопа. Чтобы создать тигель. Да, чтобы создать тигель. Я думал, что мне надо третий уровень. Где-то, блядь, этот тигель пропал. Короче, третий уровень. Где ты тигель? Тигель, аллилуйя, блядь. Тигель. А где ты? А, вот здесь уже, блядь, правильно. Нам нужен вообще-то максимальный уровень. Ведущий инженерии, да? А для этого нам надо интеллект 10. У нас на данной стадии 8. То бишь, нам еще 2 очка в интеллект бросить. В общем, еще надо 3 очка. И это у нас получается в общей сложности... Где наши... Эти статки, да? Я подожди, сейчас пойдем. Где наши статки? Иди ко мне вот сюда. Статки, да? Нам надо 39 тысяч для следующего опыта. В общей сложности нам надо порядке 80 тысяч опыта еще набрать, чтобы мы могли обучиться этому делу. Или быть такими везучими и где-то найти в дропе. Так что создадим мы сейчас мини-байк. Это мы можем сделать. Я создам еще гвоздомет. Так, у нас ресы есть. Нет, мы не создадим гвоздомет, потому что у нас нету стали. Сука, ну как бывает так, ну ладно. Тогда мы не создадим гвоздомет, так и бур не создадим, да, у нас ничего. Это у нас есть части, только 3 штучки. Значит, нам надо что? Мы создадим тогда мопед, мини-байк, да, как он называется, да? Мини-байк. Там, надеюсь, не надо сталь, блядь. Сейчас посмотрим, я надеюсь, что нет. Если надо будет там сталь, там будет полнейшая жопа, конечно. Так, каркас велосипеда, каркас мини-байка. Нет, тут слитки железа. Да, значит, все окей. Значит, берем, у нас слитки железа есть. Все у нас в этом плане есть. Так, нам пружины, запчасти. Берем то, что нам приблизительно надо будет. Это нам будет обязательно. Это надо будет. Аккумулятор надо будет. Масло, не знаю, надо, не надо. Возьмем двигатель. Ну и пока что, кажется, нам должно на все хватить. Так, и создаем это в первую очередь раму для мини-байка. Где ты, иди сюда. Что тебе не хватает? А, кожи не хватает. Главное, я на нее смотрел. Думал, что не. А, нам еще вот это надо для создания колес. Короче, мы, блядь, все рейсы сейчас используем, что у нас есть. Но по большому счету мы даже не лутались довольно-таки много. Мы больше занимались строительством. Ну, по крайней мере, сейчас можем уделить большое, огромное внимание именно этому, именно лутанию. Так, что надо? Короткая железная труба.
Ну, логично, как же ты, блядь, руль построишь без труб? Так, где наш руль? Где наш руль? Потом мы создадим генераторы, конечно. Так, руль мини-байка изготовить. И нам нужны колеса. Колеса у нас будут, наверное, здесь это. Или нет? А куда-то их могли забубенить. Ну, ну не сюда же, понимаешь? Нет, так сюда здесь должно. Или вот сюда, сюда, скорее всего. Должны были забубенить. Вот они были, только что видел. Так, что тебе надо? Уголь 10. То бишь 20 угля нам надо, да? 20 угля. 20 угля есть, есть, хорошо. Ну и создаем два колеса. И изготовить. Так, что? Так, ладненько. Так, хорошо, ладно. Так, ладно, ладно. Сейчас у нас будет руль... А, подожди, кстати, нам мини-байк можем на себя, кажется, создавать, да? Мини-байк, мини-байк. А, нихера. Велосипед можно на себя создать. Здесь надо создать мини-байк. Так, где-то мини-байк. Мини-байк. Иди ко мне. Вот он, да? Батареи, мотор, все остальное есть. Хорошо, отлично. Ждем, пока резки заделаются, и тогда уже вернемся, друзья, к вам. Ну и что, друзья? Короче, собрали мы все деталики для нашего байка. Ага, нам нужно, блядь, забыл, что надо здесь сделать его. Где наш мини-байк? Вот мини-байк. Собрали все детальки и создаем мини-байк. Поедем скоро кататься. Так, и помимо этого еще стою здесь патроши. Кстати, надо патроши из добубенить тогда сразу. Ну, создаю не патроши. Ну, так как у тебя нет химического стола, это просто очень болезненно, друзья. Скажу так, честно, блин. Такой геморрой вообще полнейший. Это просто ужасно. Ну ничего, надеюсь, что в скором будущем мы найдем, блин, то, что нам надо. Я имею в виду мензурку эту сраную. Мерительный стакан, блядь, как называется, да? Я не знаю, или можно найти книжку, или, блядь, какой-то том, где это можно все, блин, забубенить и сделать. Я не понимаю, потому что, ну, сколько уже вот здесь... У нас какой уровень? У нас получается 32 уровень, да, уже бегали, блядь. Где я только не бегал, где я только не искал этого все дела. И ни хера не нашел, друзья. Ни хера просто. Ну, вот честно, от слова вообще ничего. Не знаю, где-то дрянь прячется, блин. Ну, блин, явно не здесь. Так, минералки я жру, чтобы чисто не сдохнуть, потому что дизентерию я не хочу схватить, потому что, ну, мы кушаем 4% здесь, но есть, блин, был тут как раз, что мы получаем реально очень плохие впечатления от этого всего дела. Так, хорошо, что у нас здесь? Бульон, да, и вода, 10, и, да, хорошо, скушаем этот. Так, это мы разве берем? Потом мы, короче, займемся фермой еще, друзья. Надо заняться фермой. Я нашел, тут лазил недавно, я нашел здесь ферму где-то. Где-то здесь, походу. Или где-то, или здесь. Это кажется, здесь строение есть. Там очень много кабанов. Типа там кто-то держал кабанов, блядь, под этим. Как говорится. В доме, короче, держал кабанов. Не знаю, или так это ферма, или что. Так, я еще не понимаю, что вот это означает. Почему они такого цвета? Это что, какие-то... Наш сломанный здание. Так, блядь, идет крикуха, блядь, она меня бесит. Ее нахуй ничего не перепутаешь. Она единственная так быстро ходит. У нее специфический такой звук, когда она идет. Так, нам надо вот туда сбегать вообще. Нам надо вот этот желтое растение собрать. Для нашей... минеральной воды, потому что мы можем крафтить минеральную воду. Смотрите, какие нехорошие статики, да? 60 воды, 15 выносливость, плюс эффект метаболизма 15 минут. Вот надо было это выпить просто, это не париться. Было бы все офигенно. Так, энергии у нас мало. Воды не хочу тут тратить, конечно. Сколько это дает воды? 20, нормально, сойдет. Еда. Нам еще не поднял далеко намного. Так, 10 дает здесь, да? Это надо еще одну скушать. Ну и еще одну. И будет у нас полный фуржет. Так. Фуржет. Так, акустика можем им выложить пока, что он нам не нужен. Забивает только инвентарь. Потому что патроши мы навряд ли найдем сейчас. Ну, может быть, когда будем где-то лазить, там что-то найдем. Но да, это сейчас не настолько важно. Так. Хорошо. Потому что мы для минеральной воды мы нашли рецептик. И, о, так, мини-байк уже готов у нас, патроши готовы. Готовы, сейчас отправимся в путь. Так, сейчас еще давайте патроши пока пусть крафтится здесь. Минуту, давай минуту подождем и поедем. Потому что, ну, 23 патрона, блин,
Потому что я не хожу ни с какими ближними оружиями. Вот, то бишь, оружием ближнего боя, блядь, оружиями ближнего боя, блядь. Ну, что за каламбур, блядь, я не понимаю, блядь. Извиняюсь, друзья. Так, что у нас здесь? Супер кукурузу нашел, но я не буду ничего с ней делать. Я хочу разобрать ее в семена, потом ее посадить. Но для этого опять нужны скиллы. Так, пила у нас пусть остается. Так, у нас здесь всяко очень все печально. Нам надо очень много запчастей, электрических запчастей, потому что мы будем делать забор в будущем. Так, хризантемы у нас есть. Воду и хризантемы я храню здесь, потому что мы из этого вот всех трех компонентов, этого желтого цветка, делаем минеральную воду. Так, что у нас здесь по потрошам? Блин, еще 11-25 секунд, нормально. Подождем. Моцик мы кидаем в слот. Это вот так. По максимуму мы пойдем сейчас полутаемся. Слетаем вот сюда, где-то в этот радиус, посмотрим, что здесь происходит, что здесь. Тут какая-то будет остальная часть города, потому что это все здесь поблизости, все залутано уже более-менее плюс-минус. Так, что за бетон? Бетон-мешалки, походу, да, там были у меня. Бункер я уже был, там workbench, water, а вода, ну это понятно, мы знаем, где-то вода. Все остальные метки можно убрать. Бункер, ну пусть там он стоит. Бетон, workbench. Workbench можно убрать, кстати, нам не нужно, у нас уже есть workbench, так что я ставила, потому что чисто, может, думал, что мне понадобится. Это убрать надо. Вот так, отлично. Остальное пусть остается, пригодится. Хорошо, ладно, выдвигаемся, короче. Пусть там глина пусть там плавится, или что она там делает, я не знаю. Мы сейчас сядем на моцика и включим ренегата, короче, и поедем кататься, там эти красивые девушек искать. Так, блабыть. У тебя есть бенз? О, ну как-то бенза нету, дружище, ну что ж ты. Ну что, и поехали. Так, хорошо отключилась руль. А, нихера. Вот, сейчас отключилась. Чтобы отключить рулевое управление мышкой, просто нажимаете левую кнопку мышки и все. Если мне первый раз не получилось, нажимайте еще раз. По шифтам я не буду жать, потому что по шифту, когда ты на шифте едешь, он очень много тратит топлива, блядь. Очень, ну прям очень много. Так, что это за помещение здесь у нас? Я, походу, здесь... Подожди, я, походу, здесь не был. В этом помещении. Давай заценим. Что-то оно огромное. Или это что-то ферма, вроде фермы, да? Так. Забираем. А, это сервис какой-то. Так, пацаны, ко мне. Пацаны, здесь я. Давайте снесите мне это ограждение здесь. О-во-во-во, иди сюда. Что? А, это не ограждение, это просто... как его? Замедляет тебя просто. Ну не тебя, блять, ну ты просто снайпер от бога, ёпта, бежать, блять. Так, там пацаны у нас целая куча. Так, чё у нас здесь, смотрим. Открыт, иди сюда. Все, сдохло. Умница. О, бенч. Так, это что, можем разобрать? Да. Отлично. О, мусорник, как я мусорник пропустил вообще. Нам тут уже нечего брезгать, нам надо, блядь, по мусорнику только и лазить, на. Искать что-нибудь такое интересненькое, как порох. Машину сейчас заценим. Ох, там колонки. Сейчас колонку будем еще разобрем. Разберем, разбором. Давай. Так, нас, если даже кто-то сейчас укусит, нам ничего не грозит. У нас витаминка. Так, еще 260 бенжи. Ну, в дальнейшем, конечно, двигать бензин будем добывать уже не от машин, а из сланца, который мы должны еще найти, бля, кстати говоря. Который я еще до сих пор не нашел. Так, вонючая куча мусора, блин. Ну, как обычно, блядь. Зачем нам какую-то не вонючую кучу мусора дать? Что у нас здесь?
Давай, пацаны, идите ко мне по одному. Ой, там какой-то магаз еще. Вообще бомба. Эй, откуда там, блядь, буяните? Да я здесь, блядь, чего вы тут ломите? Они где-то в другом месте, походу, что ли? Так, тут даже нам что-то еще купить надо. Ладно, ломайте двери. Ух ты, блядь, смотри, там как интересно все. А что здесь? Ну там гараж. А, здра, пацаны. Так, пытаемся в голову, потому что у нас 210%. Блять. Да, 9%. 200%. 210% выстрела. Блять, дроп, сука. Ломай дверь. Блять. Вот ублюдки, еще рейнджер. Байкер сраный. Может, еще не успел упасть. Сука, прозевал я опять дроп. Уже как который раз уже, блядь, кажется, третий или четвертый. Твою мать, не вижу я нигде желтого дыма. Твою мать, а. Ну ладно, короче, ладно, пошли уже туда лутаться дальше. Да, блядь, как так, ну. Стиральная машина не тронута. Так, гвозди. Ну, собираем пока что все, потом... рассортируем, это сейчас не столь важно. Так, тут что-то будет интересно. Давай еще какую-нибудь книжечку дай мне. О, да. Отлично. Ладно, все равно не сможем его крафтить, блядь. Потому что у нас стали нету. То есть мы сталь можем делать, но мы не можем ее делать, потому что у нас нет ебаного тигеля. А для тигеля нам нужен, блин, максимальный этот. Так, что здесь? Дверь заперта. Ну, сейчас не будет она заперта, блядь. Это как так? Что, когда... О, здравствуйте, блядь. А у меня нету отмычек, да? Иди ты в баню, блядь. Будем, ну, чтобы им долбить, надо. А, нормально идет. Чуть-чуть подолбим и все будет нормально. Так, эти там еще ломятся, нормально, пусть ломятся. Так, что у нас здесь? Почему у нас перегруз? Что мы можем разобрать еще? Латунь разбирается. Свинец можем нахуй выбросить, у нас есть свинец. Это тоже можем выбросить. Гвозди разобрать на металл. Так, надо стать вот так, блядь. Ну нахуй. Мы увидим сразу, значит, там в нижний левый угол. Да ты издеваешь, что за хуйня мне тут подкинул? Ну ебаный брат, ну за пиздец. Ну дал бы что-то нормальное вообще. Говнище какое-то подкинул, то, блядь, все на разборку. Твою мать, а. Он пошел на второй этаж. Да ты, блядь, издеваешь, дверь заперта еще, он говорит, нет. Химлаборатория, блядь, давай будешь, чтобы ты было целое, а. Берем мясо, хуй с ним. Не
крайней мере, дай мне мензурку, блядь, было бы так охуенно, если не дал бы мензурку. Сломанная химия-лаборатория, иди ты в жопу. Во, ну хорошо, ладно, хоть это дал мне. И на том спасибо. Мензурка, наверное, мне, блядь, не дать, как своих ушей, нахуй, ёптанец. Вот в том, чем, блядь, проблема. Ё-моё, это ладно, выбрасываем. Что здесь? Что у нас по еде? Нормально, с едой, нечего, хуй, нехуй тут разводить еду нам. Так, это выбрасываем. Что еще здесь? Ладно, перья выбрасываем, но нахер стрелы не нужны будут пока что на данной стадии. Что здесь еще у нас такое можем выбросить? Ну ладно, это можем оставить, если что у нас, то если потрошено закончится, этим будем, блядь, отстреливаться, блядь, луком. Ладно, пошли дальше, смотри, что у нас происходит наверху. А, тут второй же этаж. Так, блядь, главное, чтобы эти пидоры не были здесь, а? Эти ворны. И давай яичко какое-нибудь, дай хоть, дружище, ну. Хуй тебя там нарыло, блядь, яичко, блядь. По яичку ты можешь только получить. Так, с этих очень обычно падает много всяких няшных штучек. Блин, запчастей, вот это детей. Синенькие такие, красивенькие, блядь, радиатор еще нахуй. Кстати, мы можем что-то создать, да? Набор. Нам надо починить наш прибор. Долбление. Так, латуни. Что у нас с латунью? Вот там 200. Так, что если у нас тут еще можем разобрать? Ничего на? Нет, ничего. Чиним этот. Ой-ой-ой-ой. Тихо, блядь. Ты куда на? Вот. Отличненько. Так, надо еще, ну что ж, пойдем посмотреть, что здесь у нас с этой стороны. Нихуя мы там не можем. Можем. С этой стороны ничего. Ну ладно, пошли вниз. Это что у нас? Ясно, иди в жопу. Так, хорошо, тут мы все полутали уже, полазили. Пойдем по улице, понашастаем, что посмотрим, что там у нас интересного. Аж колонку мы не посмотрели вообще. И вот еще мусорник же не посмотрели здесь. Как-то так вообще вам некрасиво, не по делам. О, блядь, что-то мы какую-то книжку нашли там. 200. 200, отлично. Так, что за книжка? Бейсбольные кепки и бомберг. Ясно. Не сказал, чтобы там это мне очень поможет. Ну да ладно. Здесь тут никакого минного поля, блядь, нету, надо, чтобы меня тут не взорвало, нахуй. Так, сумку вижу. Сколько это стоит? Ну ладно, возьмем, продадим. Очень-очень много мусора. А вы же прекрасно знаете, да, что, блядь, в каждой куче мусора может всякая, блядь, полезная штука какая-то будет, блядь. То, что ты, блядь, нормальной жизни не найдешь, нахуй. Так, ладно, идем дальше. Смотрим. Блядь, есть что лутать, смотрю, блядь. Очень долго. Как это пропустил? Такое огромное помещение. Ой, это помещение. Здравствуйте. Что у вас вкусненького? Да нихуя у вас вкусненького нет, вот тут козлины. Ух ты, железные двери. Ведь я же говорил, что тут всякие интересные вещи можно найти. Мне же главное сейчас найти, блядь, дайте мне, блядь, тигель скрафтить. Вот что мне надо сейчас. Так, латунь разбираем, латунь нам нужна будет. Так, а как туда забраться, блин? Так, надо будет строить сейчас. А у нас дерево, походу, блядь, чтобы построить. Да, дерева у нас нету, чтобы я мог залезть наверх и... А, не, есть дерево, смотри. Так, где-то я собрал. Как нет места? Ты чё, блин? Семь, 12 минут нахуй будет он, блин, чинить этот, как его. Ну, не чинить, а крафтить. Так, сюда надо залезть, надо посмотреть, что тут. Вот, тут сейчас рюкзак какой-то валяется, уже вижу, блин, здесь. Смотри, это, блядь, заныкали, блядь, жопы, а?
Ну ладно, не такое уж важное все. Там еще одна сумка. Да нахуй ты доски мне сдались, блин. Так, сумка. Что у тебя здесь вкусненького? Да ты, блядь, издеваешься надо мной. Тут уже заполнен на очередь, нечего делать. Бля, вот это надо, мне надо, по-любому надо, это мне надо что-то выбросить. Нам выбросить, что нам выбросить? Так что с водой, едой, не выбросим. Эй, мать. Блядь, тебе разобрать, дряни. Да тряпку выбросим, у нас тряпка до хирища. Ну и отмычку надо выбросить. А, выпьем боль утоляющую, епты. Мало ли что у нас тут случится еще, блин. Ну туда я не допрыгну. Тут кто-то ломится еще, блин. Ах ты жопа. А хер ты мне тут это дал, блин. Иди в жопу. Так. А, я понял, почему я его сюда поставил. Мне здесь было... Сколько много, блин. Твою мать, а. Носить. Что-то, походу, какая-то бродячая группа, блядь, сюда забрела, блядь. А? Так, что я вообще поднял? Я тебе уже забыл, что я поднял. О, здорово, пацаны, блин. Это очень сильно дамажит. Ну та вот эта, блядь, огромная женщина, она очень более больно бьет. Воспитывайте. Куда ты идешь? Сюда, остановись, блядь. Медсестричка, наверное. Блядь, все патроны потратил на эту шнягу, все, блядь. Небо, наверное, ну зачем? Так, здесь можно что-то разобрать еще? Ну, все, пошло. Да ешь ты матрешки, а? Так что у нас здесь? Куча хлама. А, я понял. Понял, понял. Да здесь очень много лута старших, друзья. Че, блин, нормально, блин, такое, нормальная такая свалочка, блядь, не знаю, что это такое. Ну да, не в том суть. Главное, что у нас тут нормально все лутается. Блядь, это то, что нам нужно, мы никогда не находим. Ну, блядь, наверное, никогда в жизни не найдем то, что нам надо, блядь. Запарили меня. Так, ладно, забираем эту тему. Так, тут все пролутано у нас, да? Так. Оружие в руки, канистра пустая. Дальше. Мне же главное сейчас тут не нарваться на какую-то мину, блядь. Так, что с машиной? Можно машину разобрать? Давай разберем машину. Может там двигатель выпадет какой-нибудь. Хоть для него у меня места нет, блин. Тут будет грязная вода, нам не нужна она. Нам нужно. Так, что здесь? Тоже пусто, блин. Ладно, возьмем. Да надо уже, кажется, походу, моцик мне, блин, заполнять. Иначе у нас тут, блин, нет места больше. Там еще рисок еще куча разных. Это заберем, остальное можно оставить нахер. Так, вот какой-то костер стоит. Давай костер, дай там у тебя будет. Давай, я знаю, что тебе должна быть там мензурка, блядь, давай. Хуй там добавляем. Мензурки нету, блядь. Жопа жопошная.
Я не знаю, где я могу тут дрянь добыть, нах, вообще без понятия. Коробка. Свинец, нахер ты мне сдался. Поэтому мы можем использовать в виде мостика. Так, тут ничего нету, тут. Ничего толкового, как говорится, да? Блять, ну все пусто, блин. Так хорошо сначала. О, здравствуйте. У тебя что-нибудь должно быть интересное быть. Нахуй там было, там туна у тебя тут. А ты куда скинул, блядь, тут? Алло. Блядь, тут еще целая очередь. Разобрать нахер. Что еще можно разобрать? Это разобрать. Что еще можно разобрать? Это разобрать, да? Разбираем нахер вообще это все. Так, что еще здесь? Что это выбросил? Радиатор выбросил. Это нехорошо, у меня радиатор, к тому про целая куча латуни. Сэндвич. Блять, 12% опасно, да? Нормально. Мы испытываем жажду. Забираем. Раз испытываем жажду, можем... Можем, знаешь, что? Можем... Так, сколько там у нас? 6, так, можем выпить одну минералочку. Блять. Главное, что пьешь ты минералочку, а остается у тебя, блять, будто это вот это. Банка. Ладно, пусть банки остаются, потому что иначе нам понадобится в дальнейшем. Так, это забираем. Так, идем сюда дальше. Залутаемся еще раз. А где-то коробка. А. Серьезно? Да, блядь, ты издеваешься надо мной. Да. Писец. Так, тут ничего. Ой. Хорошо. Мусор не тронут. Жестяночку надо разобрать. Тут еще кастрюля валяется, на сказать. Это что? Не можем разломать. Кастрюлю мы нахер не нужно. У нас есть. Так, что у нас здесь? Да нахуй нихуя нет толкового, бля, запарило меня уже. Это вот это. Дайте нам, блядь, что-нибудь полезное. На тебя тут надежда. А хуй там тебе была надежда, на тебя это как смысл. Ну, клей тоже, нормально. Так, машину разбираем. Так, тут мусор мы собрали уже, да? Это можно разобрать. Сталь у нас есть. Кстати, значит, друзья, мы сейчас даже если мы наберем то, блин, достаточно большое количество стали, мы сможем соскрафтить все моцы, блядь. Ладно, там с 10. А что ты даешь? Детали. Трубы. Ну и все. На этом ты, блядь, сказал мне, иди в жопу. Так. Нихера нет, блядь, иди в жопу. Так, ладно, побежали дальше. Так. Ну, потроши для дробаша, это неплохо, конечно, но... Свинец, иди ты в баню, хлам пустой. Очень много. То есть, друзья, короче, я закончу лутаться здесь и тогда подключусь обратно. Потому что, смотрите, впереди очень много дел, чтобы не тратить время напрясно. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся. Ну что, друзья, мы полутались. И ни хера там больше не нашли. Потому что поплыли мы туда, куда мы планировали с самого начала. За зону слета. Посмотрите, что там у нас происходит вообще в этом закордоне. Smoke drips. Ну там будет еда у нас, походу, да? Ну сейчас слет, я посмотрю, что у нас здесь еще есть. Так, там какая-то большая вывеска. Туда давайте заглянем. Бус-бар. О, давайте какую-то, не знаю, индустриальная хуйня здесь получается. Гараж. А здесь полутаемся. Здесь я не был, точно. И там какой-то большой завод еще впереди, блин. Давайте. Я все выгрузил в моцик. Ну, то, что я мог, по крайней мере, все заполнил. Так, давайте посмотрим, что здесь происходит. Давайте. Так, тут закрыто. Давай выломаем дверь, нахуй. Ох ты, блядь. Еще где-то змеюка ползает. Так ты тварь.
Давай, давай, ломайте, ломайте дверь. Башку тебе, блядь. На, блядь. Жуть что сзади, тварь, блядь. Тоже упало, все хорошо, отлично. Текс, замечательно. Сейчас можем полутаться. Блядь, это было бы что здесь лутать вообще. Ты жопа, блядь. Ну ладно, возьмем что есть. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. Да ничего я не знаю здесь. О, тут сейф есть, это радует. Зажимаем E и латинскую, да, и Z, и вот, и все. Press and grab. Там что-то у нас, какой-то инструмент, да? Блядь, так и думал, что сломается, тварь. Да ешки-матрешки. Да... Это что, блядь, за издевательство, блядь? Да ты, блядь, ты серьезно? Это просто писец, просто что могу сказать. Это просто, это я... Иди нахуй, я тебя раздолбаю просто так, блядь. Не хватает отмычек, блядь, они все исчезли. Тут, значит, будет должен просто быть убер-лют, нахуй, в этой хуйне. Такое кидалово, блядь. Я согласен, если там будет мензурка, хуйня, похуй, блядь, забей, блядь. Смогу химический стол себе сделать, блядь. Будет какая-то парашина. Ну что это требовалось доказать, блядь? Ёбкина. Нахуй, сдались мне эти... Что это у нас здесь? Машинное масло. Так, главное, что здесь? Банки, склянки и ничего толкового, бля. Ну, чему я удивляюсь, бля. Бог рандома меня просто обожает меня, походу, да? Ну, хоть сок юки мне дал, нормально. Смузи, блядь, а не сок. Это... Здесь... Что это такое? То есть это выход наверх? А-а-а. Значит, опаньки, здравствуйте. Это очень хорошо, что у нас есть. Сейчас мы сможем делать семена для грибов. А грибочки, знаете, очень хорошая вещь. Так, давай вытаскиваем оружие. Бедный человек. Ну что ж, не повезло тебе. Сожрали тебя. Так, кофеечек мы выпьем. Нам надо... Ух ты, оружие. Патроши. Не тронуто. Ну, неплохо, конечно. Ну, блин, ну и не айс. Ох ты, вот это хорошая вещь. И 11... Ох ты! Красава, живем. Так, значит, мы починим сразу эту тему. Эту тему починим. Ага, я понял. Это выбрасываем. Это разобрать. Что у нас еще здесь такое, что можно разобрать? Ничего, походу. Так, латунь разбирается. Это что, у нас тройная сумка, модификация. Я могу одеть куда-нибудь, вот эти забубенить его могу, да? На что-нибудь-то я могу одеть? Дайте мне, там есть какие-то нормальные... Блядь, одежду, да, покажите мою.
Но навряд ли я смогу сюда его забубенить. А, все-таки могу. Тройная сумочка у нас есть. Отлично. Значит, у нас сейчас, видите, у нас еще парочку осталось, и сможем уже забубенить. Так, биты у нас нету. А обувь, что с обувью у нас? У нас плюс брони, минус сопротивление. Так, не будем. Это что я выбросил? Осколок стекла, нахер он не сдался. Это разобрать. Сколько времени? 19 призрак, что мне надо, блядь, уже как-то намуливаться обратно, нога. Ладно, еще одно здание проверим и погоним отсюда. Вон там такое хорошенькое здание, вот сюда. В бар сбегаем. А потом вот завод какой-то залутаем, потом это уже будет в дальнейшем. Так, слэджхаммер, нет, сколько он стоит? 9, смысла нету. Так, ладно, заберем это. Мне чисто я взял его из-за того, что... Пацаны, вы тут? Никого нету, блядь, это как? Странно. Странно, минералочка. Кулер какой-то. Так, что здесь так странно? Да иди ты нахуй, я же так тихо работал. О, вот это хорошая вещь. А вот еще не разобрал. Да лежи там, блядь. Пендривается он здесь, посмотрите на меня. Ползет такой наглый вообще, еще, блядь, на меня хочет напасть, вообще охерел, вообще страх потерял, чувак. Кофейные зерна, ну нахуй твои кофейные зерна сдались. Во, это, ну ладно, мы уже можем его так крафтить можем, это не так уж критично, это что? Выход. Ладно, закроем пока что, а тут уже нехуй лутать, да, все уже залутано. Здесь еще можно полутаться. Вот здесь, друзья, что-то, блядь. Запершило в горле, блядь. Так. Это разберется, а нет, не разберется. Так, что здесь? Ясно. Фонтанчик нетронутый. Юки, хорошо. Это тоже хороший щуч. Вот что, блядь, это такое интересное здесь? Почему так вот так? Мне так кажется, знаешь, что что-то по низом. Это, наверное, какая-то лампа или что-то вроде этого. А, нет, это просто упало, блядь. Вот ты тупица, нахер. Опа, стопэ, блядь. А ладно, хуйня. Да, блядь, там же дверь открыта, чувак. Чё ты ломишься, как дебил? Тут же дверь открыта, вот, чувак, я здесь, смотри, я здесь, вот, я прихожу тебе и тебя сзади просто, блядь, уничтожаю, наверное. Ух ты, блядь, а как так? Ну, иди сюда, блядь, давай. Лежать нахуй, сказал, блядь. Вообще наглый, блядь. Вот. Няшно. Так, там сумка какая-то, блядь, заныканная. Ах ты тварь. Смысла, блядь, нихуя там не было. Гриль тоже нихера нету. Здесь что? Ну, бутылочку, парочку. Так, тут что-то как-то интересно все. Ага, я понял. Там заныкано что-то. Сейчас забацаем. О, какие стильные очки, блядь. Ну, заберем. Нам стильные очки пригодятся. Да я здесь, бля, пацаны, давай. По одному ко мне.
ничего не ошибаюсь. Так, надо уже как-то, блядь, собираться уже к дому на. Что здесь? О, ящичек. Не тронут. О боже. Неплохой лут, неплохой, блядь, спирт. Так, тут с оружием что-то будет связано, да? Shotgun Messier, да. Давай какой-нибудь мне, блядь, акусик из 7 уровня. Хоть там патроны только. Ну ладно, короче, побежали мы туда вниз. Здесь есть что-нибудь? Ага. Как чуял, блядь, что-то здесь заныкано. Да, хорошо. И тут можно. Вот так. Так. А у тебя здесь что-нибудь есть? А, нет, сломанный, отлично. Офигенно. Мне бы в идеале вообще сюда приехать потом. Ну, приедем, мы здесь потом полутаемся. Просто сейчас уже вечер, уже сейчас меня ночью не очень как-то, блядь, в кайф носиться, тем более у нас патронов нету нахер нихуя. Так, ладно. А подожди, можем это разобрать? Ну, можем это разобрать. Нам надо... Мне же надо сколько? Нам надо 20 стали, да? Нам надо 20 стали, мы вообще тогда фуража, короче. Может, блядь, не надо их ломать? Ну ладно, хуйня уже, сейчас ломаем, ломаем, блин. Там какие-то животные еще. Ладно, хуйня, поехали до дому. Где наш дом? Наш дом там. Потом мы сюда приедем. Так, кстати, что за место? Надо тут полутаться еще. Быстренько метку поставим сюда потом, пусть. Чтобы я знал, где я лутался, где нет. Так, где мы? Где наш домаря? Вот здесь он. Поехали. Мы гоним. На шифте едет, да? Без шифта он вроде бы чуть-чуть быстрее едет, но горючка как. Ну не, ну по большому счету не уходит так много, но все равно. Довольно так неплохо полутались, друзья, сегодня, блин. Все, у меня байк заполненный, карманы все забитые. Короче, нормально залутались. Так что, друзья, если есть какие-то советики по поводу игры, или вы хотите что-то видеть, хотите конкретное в игрушке, напишите в комментах под этим видео, чтобы я мог как-то понять, что вам вообще нравится, что вы хотели бы вообще видеть с этой игры, да. Есть, может, какие-то советы по поводу этой игры. Может быть, кто-то мне наконец-то скажет, где эту ебаную миндурку добыть. Был бы очень вам благодарен. Ну, может быть, у вас такая же самая проблема, вы тоже не можете хера найти. Ну да ладно, это не в суть дела. Ой. Ну. Ладно, через тем пусть он стоит здесь. Стой. Нормально, припарковали, бля, моцик. Пойдем разгрузимся. Ну вот. И тогда уж. Будем пытаться. Я пойду через крафт поднимать уровни. Потому что, ну, с зомбарями, блядь, это, во-первых, тратить ресурсов в виде патрона и так далее и тому подобное. Во-вторых, это довольно-таки такой, ну как-то, не знаю. Левый процесс, не знаю. Но все равно мы в зомбаре еще успеем поуничтожать в будущем. Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение о новых видео. Сейчас у нас 4 дня выходных, будем снимать каждый день. Так я работал перед этим 4 дня, получилось пускать только один ролик в 2 дня. Ну вот, то, что все-таки это занимает время. Вот. Так что большое вам спасибо за вашу поддержку, как говорится. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.